В минувшее воскресенье в Алматы прошел первый в этом сезоне велопробег. Его участники преодолели 9 километров по городским автотрассам. По статистике, каждый 15-й алматинец на велосипеде. В прошлом году продано 12 тысяч велосипедов, и это намного больше, чем в 2009, когда стартовал первый массовый велопробег. Сегодня регулярные велопробеги стали традицией. В городе создается инфраструктура, чтобы все желающие могли пересесть с автомобилей на двухколесный транспорт, как это принято во многих странах. Задача была, чтобы горожане занимались не только велосипедным спортом, но и использовали велосипед как вид транспорта. Сегодня, по данным нашего управления спорта, более 90 тысяч велосипедов находятся в пользовании.